11 сентября стартуют выборы в городскую думу и ЗАГС собрание Ямала. В Губкинском избирательные участки откроются в 8 утра и будут работать до 8 вечера. Для волеизъявления необходимо взять с собой паспорт. Каждый избиратель получит 3 бюллетеня. В двух по выборам депутатов ЗАГС собрания нужно поставить по одной отметке, а в бюллетене по голосованию за кандидатов в состав городской думы не более 5. По выборам в городскую думу 3 многомандатных избирательных округа. В каждом округе будет избрано по 5 депутатов. В каждом округе, конечно, свои депутаты, кандидаты зарегистрированы. И в зависимости от того, где проживает наш избиратель, он придет на этот избирательный участок, который относится к первому, второму или третьему многомандатному избирательному округу и проголосует именно за того кандидата, который выдвинут вот в одном из этих трех округов. Напомним, голосование пройдет с 11 по 13 сентября. Сделать свой выбор можно на избирательных участках. Их адреса и телефоны размещены на сайте местного избиркома. В настоящее время принимаются заявления о голосовании на дому. Справки по телефону горячей линии 3 98 50.